21:00. Мой перекус. Сегодня у меня, смотрите, вкусняшечка какая. Яблочко одно и хурма. Такая вот небольшая, красивенькая хурма. Это все мини. И чашечка кефира. Кефир, который я вот это сам сделал. Ничего, мне нравится, он прикольный такой даже. И сюда ложечку льняного семени я насыпал. Все. Все вкусно, полезно. Приятного всем аппетита, кто со мной. А кто не со мной, ложитесь спать. И спокойной вам ночи и удачного похудения. Пока-пока. Мой перекус. Немножко сыра. Тут 30 грамм. У меня сыр голландский. Желтенький, а беленький — это сыр бри. Он дорогой, поэтому его меньше, чем голландского. Но вкусный. И чашечка кофе некрепкого, пол ложки сахара там и сливок добавил, потому что, ну, сказано везде, что пить кофе со сливками, типа оно мягче. Не вижу, конечно, в этом прикола, но как сказано, так сделано. Приятного всем аппетита. 21:00, мой вечерний перекус. У меня кефир. Чашечка кефира и тут льняное семя молотое. На еду у меня одно яблочко, порезал я уже, и пол бананчика. Вот такой вот вечерний перекус, вкусный, красивый и полезный. Приятного всем аппетита, кто со мной кушает. Ну, а кто не кушает, всем спокойной ночи, кто захочется кушать. Я специально ролики выпускаю днем, чтобы вы могли посмотреть не на ночь глядя, но некоторые все равно смотрят на ночь глядя. Лучше смотрите их утром или днем. Всем спокойной ночи, удачного похудения. 10:30, мой перекус. Сегодня у меня ковришка с яблоком, с орехами. Вкусная штука такая. Мне нравится. И чашечка кофе, не полная, кофе слабенькая. И сливок туда добавил, пол ложки сахара. Вот такой вот вкусный и приятный на вид перекус. 10:00, мой перекус. Сегодня я такой прихожу, жена говорит, смотри, какой я принесла кусочек торта, меня угостила девочка. Я говорю, о, класс, кофейком сейчас попью. Подхожу, вот такой беру, а это вот такой магнит. Магнит, а вот знаете, вид такой, как будто это натуральный такой, вот еще, знаете, как птичье молоко, мягенький такой, вообще сделано. Очень красиво, да, пирог? Но это не точно, мы это кушать не будем. Мы лучше будем кушать мой пирог морковный, творожный. Еще я сейчас, видите, вот этот эксперимент мне понравился. Я потом, вот когда замесил это тесто, и втыкаю, вставляю в него дольки яблок, видите? Вот так дольками вставляю яблоки сверху. У меня ставлю, если не забуду, фотку, как выглядит он в готовом виде. И знаете, мне нравится еще и вкус яблочка печеного. Добавляет какого-то прикола. Я теперь его могу есть без сметаны. Так я его любил со сметаной, а теперь могу без сметаны. Чашка некрепкого кофе и со сливками. Приятного всем аппетита. 9:45. Мой перекус, мой пирог. Морковно-творожный. С яблочком сверху и чашечка некрепкого кофе, пол ложечки сахара и 2 ложки сливок. Приятного всем аппетита. Какая красота получилась у меня. Это мой морковно-творожный пирог. Только я еще теперь сверху, видите, втыкаю яблочки. Я яблочки разрезаю на тонкие скибочки и вот так переворачиваю, и вот так вот втыкаю по кругу. И они, получается, запекаются. Тут и пирог еще менее калорийный становится. И мне нравится вкус тоже. Приятного вам аппетита. 21:00, мой вечерний перекус. 2 вот таких больших
кусочка, такие скибочки, дольки такие, помело и яблоко одно большое, без кефира, без творога, без ничего. Приятного всем аппетита, спокойной ночи и удачного похудения. 21:00, мой вечерний фруктовый стол. У меня яблочко Golden, одно такое среднее, и груша. Вкусная, сочная такая, прикольная груша. Скучаю по кефиру, скучаю по йогурту своему, привык я к нему, но сейчас пока вот так. Приятного всем аппетита, хорошего настроения, удачного похудения. 21:00, мой вечерний перекус. Продолжаем грустить по кефирам и ряженкам, но не унываем и не вешаем нос. Посмотрите, у меня сегодня одна хурма, такая не маленькая, как яблоко, такая большая. И желе, ребята, это гранатово-вишневый сок, гранат натуральный. И тут желтая черешня и красная вишня. И самый прикол в том, что так как я эту неделю без животных белков и жиров пытаюсь прожить, тут я использовал агар-агар. Агар-агар, кто не знает, это растительное, как бы это желирующее средство. Оно делается из каких-то там водорослей, по-моему. Но вот оно не содержит животных белков и жиров. Поэтому я в этот раз желатин, потому что из жиров делается и костей там вываривается. А это, ну, не животное, короче. Вот такой вот прикол. Какая красота и вкуснота. Я уверен, что очень вкусно будет. Приятного всем аппетита, хорошего похудение и отличного настроения. Спокойной ночи. Ищите нас на YouTube под хэштегом Жирукопять. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.